Только самые крутые, самые быстрые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. 1, 2, 3. Приветствую всех, с вами Илюша, и сегодня мы возвращаемся в нашу любимую игрушку под названием Мопио. Да-да, друзья, мы на самом деле очень долго не было, и за это время у нас произошло новое обновление. Нам добавили вот такие тыковки. И да, кстати, друзья, я сейчас не один, я вместе с Бараком. Всем привет, ребят. И что вообще делают эти тыковки? Они нам дают, друзья, во-первых, монеточки, то есть, в принципе, с помощью них можно пофармить монетки и, естественно, потом накопить на какие-нибудь скины. А также, друзья, они дают нам некоторое количество опыта, то есть, когда мы вот таким образом бегаем, мы кружим вот эту, получается, тыковку, и она нам прибавляет небольшое количество опыта, но знаете, в чем, друзья, фишка? Фишка в том, что когда мы уже имеем эволюцию, допустим, Тирекса или еще кого-то, у которого миллион очков, то у нас вот эти экспишечки намного-намного, друзья, больше прибавляются. То есть сейчас я играю за орла, у меня прибавляется по 470 экспи. Но когда мы будем играть за какого-нибудь Тирекса, мы можем примерно поднимать по 100 тысяч очков опыта. То есть, в принципе, друзья, это очень и очень выгодно. То есть можно даже, кстати, не одну эту тыковку таскать, а несколько. Это на самом деле очень-очень даже круто. Вот сейчас пока что у нас имеется одна вот такая. А также они у нас еще бывают различных типов. Некоторые бывают с рожицами, как на Хэллоуин, а некоторые бывают золотые. Золотые, конечно же, друзья, это самые редкие. Ну и сейчас наша задача вместе с Бараком, естественно, качнуться до 1 миллиона очков. После этого мы уже будем делать новую тактику с нашими вот этими тыковками. Только сейчас надо бы ее, знаете, друзья, что сделать с этой тыковкой? Естественно, забить ее в лунку, потому что как только мы забиваем ее в лунку, мы получаем еще определенное количество очков, вроде бы 6 тысяч. Давайте тогда сейчас я это сделаю, вот просто вот так закачу, и в итоге гол, друзья, нам написал игра, и бонус 3000 опыта. То есть, в принципе, довольно-таки мало. Я думаю, что все-таки выгоднее ее катать, потому что опыта прибавляется реально намного больше. Ну что же, ребятоньки, а мы приступаем прокачиваться. Ну и в итоге первый миллион не заставил себя долго ждать. У меня уже имеется эволюция вот такого Йети, Барак сейчас играет за вот такого снежного монстра. И как вы видите, сейчас у меня имеется вот такие две тыковки. И просто посмотрите на количество XP, которое мне сейчас дается. То есть это, друзья, просто пассивный опыт, который, ну, получается, из неба, друзья, валится прямо на нас из-за того, что у нас имеются вот эти тыковки. А их, друзья, всего лишь две. Можно сделать еще больше, но, к сожалению, пока что у нас нет еще рядом, хотя стой, погодите. Друзья, есть еще одна тыковка. Кажется, Барак ее нашел у этого пингвина, да? И теперь смотрите, у меня 3 тыквы сразу же имеется. Жесть! Сразу же у меня опыт начинает очень жестко прибавляться. 19 тысяч, и еще один там мне начал прибавляться 3000 дополнительных. Ну, воу, смотрите, этот дурацкий пингвин начал отнимать у нас вот эти наши тыковки. Давайте тогда будем зажимать этого пингвина. Так, отличненько, друзья. Все, замечательно. Барак его слопал, и теперь у нас опять-таки имеются наши вот эти тыковки. Слава богу, мы все-таки их смогли отвоевать. Но единственный минус в том, что мы, друзья, их скинули. А тут действует так. Чем дольше мы держим наши тыковки, тем больше, естественно, опыта у нас получается. Мы просто тупо его фармим с каждым разом. И смотрите, вот в принципе, 3 тыковки дают нам 22 тысячи, 22 тысячи и 18. У меня уже имеется 2,3 миллиона очков. Я думаю, такими темпами мы, естественно, вместе с вами докачаемся до черного дракона. Дальше можно опять-таки тоже брать эти тыковки уже за черного дракона, и вы представляете, сколько там нам будет падать опыта. Если мы играем за миллионника всего лишь, нам уже падает 25-25, и еще плюс 2 монетки, то потом, друзья, будет вообще просто жесть. И, кстати, забыл сказать реально, что это очень хороший способ нафармить монетки. Смотрите, у меня сейчас уже имеется 200, а потом, я думаю, можно, ну, сидеть, вот так фармить, и такими темпами можно спокойно накопить на того же Бигфута, либо же снеговика. Ну ладно, ребятоньки, а мы засекаем время и смотрим, за сколько времени я докачаюсь до 10 миллионов. Ну и в итоге буквально прошло минуты две, мы можем заметить то, что я уже эволюционировался до вот такого ледяного монстра. И все благодаря тому, что у меня имеется сразу же 3 вот таких тыковки. Вот смотри, все, у меня коннектинг.
Да уж, конечно, такое даже врагу не пожелаешь. Коннектинг, друзья, это штука, когда у тебя просто тупо вылетает из Мопио, и весь твой результат, он естественно прекращается. Поэтому нам пришлось с Бараком опять заново набирать наши результаты, потому что и у него тоже коннектинг произошел, и причем у нас он был не раз. Поэтому разработчики Мопио, пожалуйста, почините как-нибудь это, а то это вообще, друзья, ну просто не дело. Ну, а мы тем самым временем возвращаемся к нашему прежнему результату. Ну что ж, друзья, уже можно заметить то, что у меня практически 10 миллионов очков, и да, у меня теперь имеется вот такой Black Dragon. То есть с помощью обычных вот таких тыков мы смогли апнуться до вот такого черного дракона, и это на самом деле просто очень и очень даже изичная тактика, поэтому давайте мы тогда сейчас еще немножечко поиграем за нашего черного дракона. Смотрите, тут у нас Барак сливал вот этого какого-то обычного дракошу, поэтому давайте мы тогда сейчас вот этого еще сольем, потому что он застелил другого дракончика, ну и при этом он успел еще и смыться вот в эту дырку. То есть, в принципе, ему вообще очень повезло. Хотя, блин, давай, успеем. Друзья, смотрите, блин, да, есть, все, отличненько. Мы его слили, и в итоге плюс 1 033 000 мы уже, друзья, получили. Так, смотрите-ка, у нас имеется еще одна цель. Давайте вместе с Бараком будем сливать тогда вот этого ленд-монстра. Так, отличненько, начинаю, естественно, по нему фигачить огоньком. Так, ты что ж такое-то, смотрите. Ой, друзья, ему очень сильно повезло. Он сейчас просто тупо сидит в этой дырке. Поэтому мы сейчас будем с Бараком выжидать того момента, когда у него просто тупо кончится лава, и таким способом мы просто его, естественно, друзья, сольем. Вот как раз-таки он уже потихонечку начинает выбираться с вот этой норки. Так, друзья, осталось совсем чуть-чуть, есть! Все замечательно, просто плюс 3,8 миллиона очков у меня уже имеется, и это, друзья, 15 миллионов очков вообще в целом. Вот мне как раз-таки Undead любезно предоставил вот эту тыковку, и давайте мы тогда сейчас посмотрим, сколько нам вообще будет давать тыква на черном драконе. Как нам известно, чем больше ты держишь эту тыкву, тем, естественно, она больше последующим будет тебе давать опыта. В принципе, сейчас мы видим, что у меня уже 62 тысячи очков, сколько дальше у нас будет? Какие ставочки, друзья? 72 тысячи очков. Я думаю, что сейчас, ну, где-то будет около сотки, наверное, если мы будем, опять-таки, продолжать эту штуку держать. 82 тысячи очков. И давай, соточка, 92. Да, друзья, я думаю, что сейчас сотка будет, и в последующем, я думаю, даже больше сотки будет. Да, смотрите, ровно 100 тысяч очков у нас имеется. То есть, в принципе, обновление с тыковками пошло всем вообще только на пользу, потому что это реально очень хороший способ просто тупо взять и прокачаться на хорошую эволюцию. Ну а также это самый лучший способ достать очень и очень много денег, если они тебе очень даже сильно нужны. Посмотрите, друзья, у меня было до этого ролика 2000 монеточек ровно. Сейчас я, получается, сделал 807 монеток. То есть, благодаря этому, благодаря нашему обновлению и вообще в целом нашим тыквам, я теперь могу спокойненько зайти в скины и в итоге купить, друзья, допустим, ну, какого-нибудь сноумена. Да, смотрите, он стоит 2250, а у меня как раз-таки 2800, поэтому я беру, нажимаю конфир, и в итоге теперь у меня еще имеется и вот этот снеговик. Кстати, друзья, если вы хотите ролик с ним, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать. Если вам понравился этот способ и оказался как-то полезен, напишите обязательно об этом в комментарии и поставьте, будьте добры, пожалуйста, лайкосик. А с вами был Илюша и игрушка под названием Мопио. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!